Привет, мои телепузики, мои сахарные заводы, мои муси-пуси, калуга-бандиты, жилетовские мои любимые подписчики и кто подслушивает, привет. Ребят, я как разбитая. Только буду пить кофе с молоком и сахара насыпала. Ну а что, тоже без сахара это невозможно. Зефир, масло белорусское, хлеб вот этот. И вот это сейчас вода остынет, а то очень горячая. Ребята, это вообще... Я вчера заснула рано. Ну и что? Пол первого встала, не могу заснуть. Сидела в ТикТоке, не поверите. Это вообще что вчера? Теперь в ТикТоке модно. Какие-то черви едят за деньги, да. Я русские. В тарелке эти вот черви какие-то ползают. Ну, как их вот японцы едят. Теперь наши русские. Да, и им деньги делают, кидают им, и они едят. Ну, не деньги, а эти, как называются там, розы, не знаю, что там, еще какие-то медведи. Какая-то баба тоже. Я Гульке ночью послала. Там один канал, вчера у него эфир. Вчера столько много. Я по эфирам лазила вчера. Очень много вчера. Рому не видела с Нижнего. Рому не видно что-то. И это... Я на многих была вчера на эфирах, там сидела всю ночь. Где-то 4:30 или 4 заснула. Баба одна какая-то там, он на страницу себе ее выкидывает, плачет. Я тебя люблю, ой, а как она его называет? Витя, что ли? Я тебя люблю, у нас с тобой... Ой, я смеялась, девки. Я там много пересмотрела. Кого только нету в интернете, господи. Ну, не могла вчера, проснулась, не могу. Ровно 12:30. Сейчас еще пойду в магазин, Надька мне картошки привезет, 10 килограмм, она мне по 10 килограмм привозит. Ну, и когда накопала, я попросила оставить мне. Угу. Домашняя вкусная картошка. Чего мне одной, правда, мне ее... Хватает. Если я ее переем, потом я не могу есть ее. Не знаю почему. Ой, сегодня отдохну. Сегодня в эфир не буду. Что ты прямо мне... Какое-то состояние непонятное, ребят. Погода я не знаю какая, но... Ну, хочу сказать, пасмурно.
Два дня подряд кино шло. «Вокзал для двоих». Ребят, хороший фильм, правда? Жизненный. Черви какие-то едят, зайка эти. Определенные. Да, русские. Я вчера много видела. Даже муж с женой сидят. Ну, за картинки. Картинки – это деньги же. Девки, вот жизнь пошла, да? Девки, куда мир катится? А этого малого я подписалась, который девку он себе выкладывает, в любви объясняется. И у него YouTube есть, я тоже на YouTube подписалась. Ради лайков. Угу. Я люблю это масло хорошее, ребят. Белорусское. А где его взяла я? А где я взяла? В Светофоре. А до этого брала в четвертом доме. Там магазин тоже хороший. Но идти туда не хочется, ребят. Я у Лёшки пошла. У Лёшки тоже самый такой же, какой и там. Угу. Завтракать не хочу. Надоели мне эти каши уже. Даже не хочу. Угу. Угу. Прям... Ребят, прямо это... Ребят, скоро Новый год. Представляете? Ой, надо масло из морозиловки вытащить. Скоро Новый год, ребят. Я буду дома одна. Да что я, молодая, что ли, ребят? Правильно? Молодежь гуляет. Ой, да сейчас уже нам не модно гулять. Вот слышите, вот это третья ночь, вот так вот, вот. Я никак не врубаюсь. И сегодня ночью было, и вчера. Вчера я тоже проснулась от этого. Слышите, так... Вот эта ночь, что же такое? Ой. Не знаю, что это такое. Ой, масло в морозилке потом достану. Это вымыть надо.
Это еще не остыло. Ну, вот это надо. Ну, конечно, белый зефир лучше. А от него не толстеешь, от этого зефира. Ой, да ладно, шо мне? Мне 55 лет, шо мне замуж выходить? Правильно? Что теперь? Как мне бабка всегда говорила. Ешь, пока рот свеж. Может, собака скулит? Вот третью ночь то же самое. И вот сейчас. Не знаю, что это такое, никак не врублюсь. Ночью вообще слышно. Ну, мне же потому что окно открытое, круглосуточное, вон. Ночью вообще слышно. Угу. Не знаю, что это такое. Ой, да ладно. Ой, ладно, ребятки, давайте. Я сегодня отдыхать буду. Ничего не делать не буду. Сегодня воскресенье. Отдохнуть надо, правда? Да.